Всем привет, обзор весов ПКС-1050, сейчас распакую, покажу, как они смотрятся и как они работают. Приходят вот такой коробки, извлекаем из кулька, если заметите, они глянцевые. Сзади стоит не забыть вытянуть вот эту вот штуку защитную, для того, чтобы они работали. Вытягиваете, нужно хорошо потянуть. И после этого нажимаете на кнопку ТР и производите взвешивание. Мы положим сахар. В принципе, сахар измеряет четко. Кнопка МОД помогает выставить нужный режим взвешивания. Особо, если честно, мы заметили, ничем оно не отличается. Там есть возможность, если заметите, выставление на букву М, потом гирька и миллилитры. Не знаю, чем это все отличается. Миллилитры то понятно, но вот эти вот буквы М, гирька, я не знаю. Теперь положим конфету Гулливер, она весит 30 грамм. При изменении режима взвешивания тоже по сути ничего не отличается. Кнопка ТР первоначально добавляет 0,5 килограмма. Если еще раз нажать, то у вас просто взбивается все и вы можете повторно что-либо взвешивать. Вот так вот смотрятся весы, если вы их трогать не будете, они автоматически выключатся. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк и не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!